Знаете, мы были не мужчинами и не женщинами. Мы все были советскими людьми. Я училась в университете в Москве, когда объявили первый женский призыв. Естественно, мы все записались. Была война, в конце концов. Сначала никто не знал, что с нами делать. Вся форма была сшита на мужчин. Даже нижнее белье. Нас тренировали, как мужиков. И всегда отдельно. Но я не была одна. У меня была Катя. А наши звали нас юбочный эскадрон. Немцы тоже не знали, что с нами делать. Они называли нас Нахтхексен, ночные ведьмы. В авиации добровольцев было больше, чем самолетов. То, на чем мы летали, был антиквариатом. Наши самолеты называли швейными машинками. Они были и шумные, и медленные. Но мы научились ими пользоваться. Выключаешь мотор и получаешь бесшумный дельтаплан. Со временем мы дали понять, чего мы стоим. На вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании. Как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выполнена ваша тоже. Наши людские резервы. Thank you.
конце концов, это как любая работа. А работа должна быть сделана. Что тут еще скажешь? К ним прощаться сейчас, гуляю.